Совсем недавно болельщики, близкие и родные встречали Евгения Рылова и Ивана Гирева на родной земле после приезда из Китая, где наши ребята на чемпионате мира по плаванию на короткой воде стали безусловными фаворитами. И вот, почти не отдохнув, наши спортсмены встречаются с земляками. Даже несмотря на присутствие официальных лиц, подобные встречи всегда носят неформальный характер. Ответ на главный вопрос, как становятся чемпионами, озвучивает Евгений Рылов. Ребят, вы можете заниматься, чем вы хотите, но в определенный момент у вас будет определенный выбор. Либо вы уйдете в свое дело любимое, которое вы хотите полностью с головой, полностью отдадите, и вы больше не будете на что отвлекаться. Либо вы будете просто бегать из одной стороны в другую, у вас ничего не получится. Подобные встречи для Евгения Рылова и его тренера Андрея Шишина уже давно стали привычными. Чемпионский статус обязывает. А вот Иван Гирев, который, впрочем, также имеет немало спортивных побед, в том числе и на чемпионате мира среди юниоров, пока только привыкает к повышенному вниманию. Мне понравился энтузиазм ребят. То есть они все пришли не просто для галочки, потому что их позвали, а потому что они сами этого хотели. Довольно активно, получается, тянули руки. Все хотели спросить, конечно же, не хватило времени, к сожалению. Но я считаю, что на все такие более-менее тревожащие вопросы мы ответили. Начинающих спортсменов и учеников видновских школ, собравшихся в зале, интересовали самые разнообразные вопросы о личной жизни и тренировках, о взаимоотношениях в команде и настрое перед соревнованиями. Были сказаны теплые слова и в адрес наставников-чемпионов Гульнары Романадзе и Андрея Шишина. Гульнара Джамаловна собрала на территории нашего района в двух центрах в развилке. И здесь у нас, в городе Видное, уникальный состав тренеров. То есть это люди, которые полностью себя отдают своему любимому делу, понимая, что именно так можно достичь определенных высот. В плавании, я считаю, нам пока равных нет. И действительно, на недавно прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде из 14 наград различного достоинства, полученных российской командой в разных дисциплинах, 11 были завоеваны благодаря Евгению и Ивану. Кстати, как выяснилось, не без поддержки китайских болельщиков. Китайцы очень как-то прям так по-доброму относятся к российским пловцам, то есть к россиянам. И то есть на некоторых стартах, когда я выходил без там китайцев, то слышал, как китайцы начинали помимо наших еще мне орать. Закончилась встреча чемпионов с болельщиками традиционной раздачей автографов. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.